Расскажите, почему вы сюда пришли? А почему? Потому что мы хотим быть активными, социально значимыми пенсионерами. Активными, социально значимыми, участвовать в общественной жизни. Вы поддерживаете Единую Россию? Конечно, это лучшая партия, наша надежда. Мы за стабильность, а значит за Единую Россию. Девушки, почему вы сюда пришли? Как вы узнали об этом мероприятии? На слайду. Начальство отправляли. Откуда вы узнали? Начальство. А где вы работаете? ЖК. Почему вы сюда пришли? Скажите, почему вы сюда пришли? Потому что мы за Единую Россию. Почему вы за Единую Россию? Потому что нас устраивает наше светлое будущее. Почему вы пришли на митинг? Нам отправляли. На работу отправляли, наверное, так. А где вы работаете? Дворником. Почему вы сегодня сюда пришли? Мы на работу, а потом... Мы учитываем мнение... Как вы узнали про этот митинг? Нет, это не митинг, это... Ну, заголосую для этого Путина и Медведева. А сегодня вы зачем сюда пришли? Скажите, потому что мы... Дадут нам стабильность. А сегодня праздник, потому что приедут сюда. Как вы узнали про это мероприятие, про этот праздник? Кандидатом президента России Владимира Путина. Россия. Мы, Россия. Почему не знаю? Я не тоже знаю. Как вы узнали, что именно сегодня сюда нужно прийти? Да. Россия, Путин, Конституция.